Судя по эмоциям московских трибун, красно-белые не иначе, как Кубок Гагарина взяли. Но на самом деле все гораздо прозаичнее. «Спартак» в своем домашнем матче обыграл «Торпедо» и запрыгнул на шестую строчку западной конференции. Теперь команда Вадима Епанченцева реально угрожает автозаводцам в турнирной гонке. Напомним, бело-синие пока располагаются на пятом месте, но тот же «Спартак» отстает всего на 4 очка при двух матчах в запасе. А ведь все могло быть иначе, тем более, что начало игры под сводами ВТБ-арены осталось исключительно за «Торпедо». Автозаводцы заперли красно-белых в их зоне так, что хозяева льда даже думать забыли об атаке. Итогом такого навала стала реализация первого же большинства. На 5-й минуте счет открыл Егор Дугин. На спартаковцев эта шайба подействовала не иначе, как красная тряпка, и в первой же атаке они сравняли счет. Теперь гол выступил раздражителем для гостей, и бело-синие еще до перерыва снова вышли вперед. Евгений Грачев с близкого расстояния расстрелял Никиту Беспалова. Все перевернулось на 27-й минуте. Хозяева воспользовались ошибкой торпедовцев и, будучи в меньшинстве, сумели организовать результативную атаку. 2-2. Этот гол разозлил автозаводцев, и они бросились отыгрываться. Атаки были одна опаснее другой, но эта острота никак не переросла в результат. И это уже не ошибки нападения, это проклятие какое-то. Создалось столько хороших моментов, и все, и всего за два гола. Это наша, конечно, беда, мы стараемся с этим, скажем так, бороться, работать над этим. Но даже в третьем периоде мы начали здорово. Два отличных момента, тут и игра шла, в принципе, до гола. «Спартак» забил, но мы два таких 100%, я считаю, момента, мы как-то их разбазарили. Да, в третьем периоде «Торпедо» продолжила давить, но шайба никак не хотела идти в ворота «Спартака». Зато в пустой рамке автозаводцев она погостила с удовольствием уже ближе к сирене. 2-4. Поражение нижегородцев и борьба за комфортные места в западной конференции только обостряется. До перерыва по случаю Кубка Первого канала «Торпедо» успеет отыграть 3 домашних матча. В гости ждем «Слован», «Витязь» и «Йокерит».